Итак, мы возвращаемся. Музыку отбой. Послушали прекрасный саунд Tekken 6. Так, я, конечно, сейчас смогу немножко с оппонентами ошибиться. Надо будет, чтобы меня проинформировали, кто у нас какие бойцы сейчас дерутся. Но они берут Факунрама и Шаньин. У нас кастеры все умерли. Сейчас буду комментировать вместо... Да, пришел профессиональный комментатор этой замечательной игры, которую он очень сильно любит, Хайрума. Да, я там нормально скослил. Сейчас буду комментировать на оставшихся силах. А, какие у нас игроки? Что, слева, короче, кто у нас? Справа тоже Сони. Слева Борис, справа Такири. Борис Сони, да, слева Борис Сони. Давай напишу. Так, Моль со своим бахом. Сейчас, секундочку, Соник. Текерин, бэм. Это Сэмис. Бэм, аптей, погнали. Все, так, у нас тут получается происходит... А что это? Это Hidden Char, Текерина. Шахин. Уф, яйкс. Да-да-да, пофиксим, потом не страшно. Прессинг. Инфинит Ариана не будет волком. Это лучше, наверное, для Шахина, чем для Факунрама. Ну, если не изменять видосики, уж да, Факунрама лучше со стеночкой, с полами проводить комбинации. Ну что ты, Вова, не хочешь присоединиться? Да, я где-то был по этому. Фоном. Понял. Ты, кстати, музыка из этого ТТТ-2, правильно? Не знаю. Точно. О, без хедсета. Собственно, происходит. У меня всякое есть классно. Да. Ну, мне нравится демоническая арена, тяжело на меняется. У нас тут происходит up-close tekken, up-close and personal. Джеб стринги. Подожди, Текерин? Это точно Текерин? Да. Димасик. Я никогда не думал, что он играет на шахине. Double screw, nice. Он у него был типа. Как Тива Клауди, но он его не задротил вообще. Борис Соник на... забирает второй раунд. Оп, забрали, да? Ага, ждет стрингов контрхит. Это все кумбы. Шо? Свип, холсвип. Казуя стайл миксапы. Прессинг, беспощадный. Страшно. Да, это надо... Ле класси Факумрам. Кто тут хорошо шарит, да, садитесь. Давай, я посижу. Давай, а то у меня что-то я. Конечно, шарит. Он так и будет, только будешь. Если будешь солиться, то не надо. Просто пощади. Мы решили посадить профессионалов. Душит всяко. Так, что здесь? Все равно душит. Душит? Вообще. Это можно сказать, ты... Мак, ты же не бросишь Tekken, пожалуйста. Не бросай. Ну, это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Подумай. Так, попадаешь. Минус 14, не работает. Ну, блин, ну, у него нет практики против Fuck Your Mama вообще. Так он специально взял против Бориса... Не знаю, если честно, чем обусловлено такое решение. Ругаются, кто из них лучший. Да, это мы узнаем на FT100 в Киеве, если что. FT100 на 20 гривен. Drop the combo. Ох, у нас стринга из трех напряженная. Просто сетапы на все. Кнопки, кнопки, кнопки. Вот. Я. Ну зачем ну. Пощады 2-0, да, да, это скорость просто такая, знаешь. Тут же FT3 уже, да? Mm-hmm. Все, наконец-то. Наконец-то Клауди. Коля, а шо я не доработал? А, Виталька, шо я не доработал? Мы не играли в тыкцо, я тебе вообще. Шо он, шо я. Че там дорабатывать? Тебе узко? Это таблица, что это?
по-моему, не менять игры в чем? Что? В течение игры не менять. Ну, да, надо поменять. Сейчас надо тоже заняться этим. Уже поздно. Уже поздно, все верно. У нас все это время капал. Красиво. Нормально, все помещается. Последний шанс у Текерина вытащить. Уф. Матч. Махоми. Души. Помолился своим богам. Давай что-нибудь стильное. Не интересно, пачели. Спасибо. Чтобы дилетант был. Да. Вот. Вот Вив, миллион фреймов и все равно. Ну, у него нету практики. У него ни анимации практики нету, но ничего. FFF3 опять. Вот, опять. Это был уже второй хоп-кик бы. Очень крутые опции у программы на длинный рейндж. Да. Ну. Оп, сел. Салончик не продолжил. Еще и в контр. Зашел. Стрингайс, он очень напряжен, да. Очень, покажи у него, по-моему. Стрингайс у него сходится. Сливается. Давай, my homie. Паниш. Бориска 100 панишит. Он просто кнопки не останавливается. Ему не надо ни мув, ничего, просто все нажимать и все. Попал контрхит в гарантии. Тут был сейпан. А вот и все. Уходит Димасик в лузера. Борисоник уходит в гранд-финал. Быстро. Прям даже разогреться не успели. Персонаж хороший. Нормальные люди. Игра тоже нормальная. И хитбокс у него тебе нравится, правильно? Ну, хороший же хитбокс. Хитбокс, мне вроде бы не пофиксили его. Я пошел играть, это пофиксили, да не пофиксили. Давай, Макс, удачи тебе. Можешь пригласить сюда Димаса. Он расскажет о своей боли. Да. Сейчас, может, Димас подойдет, пусть расскажет о своей боли. Это будет любопытно, пусть он подойдет. Да. Пусть расскажет, это хорошо. Звони ему. Не, он сейчас должен подойти, он же не играет сейчас. Да. Здорово, бандиты. Сейчас, кто-то еще живой нас смотрит. Мысль. 8 живых людей. 8 живых людей. Респект. Фольклор, я не помню, от кого он отлетел. От кого фольклор, так как бы не от Бори. А, да, точно, это у них будет ранбэк. Собственно, если он сейчас... Подожди, или сейчас фольклор с Текирином? Сейчас фольклор Хадокин будет. А, Хадокин? Да, да, сейчас будет фольклор Хадокин, ну а потом, суп с котом. Уе. Только Назар. Да, только не Назар. Хоть это кто-то запомнил. Ах, блин. Нет, Текирин не хочет рассказывать о своих ощущениях. О своей боли. А нахуя он брал каких-то, блядь, левых чаров? Вот у него... Ну это у него, Шахин у него ж типа был, но он его чуть-чуть задрочил, но не на это самое. Да, оно еще хуже, чем пахнет. Это, если так плохо пахнет, обязательно нужно попробовать. Блядь, так очень прикольный класс получился. Хочешь? Нет, 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 нет. За рулем не пьешь? Я, во-первых, не за рулем, но это я так точно не пью. Ну сейчас же ты за рулем. За рулем этого Пепеласа. Пепеласа, да. Да, Хадукин вообще мультифайтер прям боженька. Душит вообще все. Ну как, молодец. Он Mortal Kombat Tekken, пацан. Но СК... ну, собственно, топ-1 СК. О чем тогда говорить? Так, я так понял. А, надо же плашечку поменять. Он как к нам переехал, он очень как-то врос, как влитой во всю эту нашу тусу. Ну и во что мы играем, кто его, собственно, играет. И делает это довольно успешно. У чувака хорошая предрасположенность к фатину, так сказать. Красавчик. Да. Лоре. Оу, е. Две у поставил. Хадукин. Так а как? Так же умру. Хадукин? Или Хадоу. Там можно. Будет Хадукин. Хадукин. Как трушный. Хадукин.
что за арена? О, понятно. Арена для короля. Только короля на экране не будет. Виталик, а у тебя буквы путаются, Виталик. У тебя там ты пьяный. А, я понял. Все те же на манеже. Ну. Это чисто харьковская заруба, салтовская ОПГ против откуда этот? Горловского. Против Горловского. Не, вообще это донецкая против Горловского ОПГ, если что, кстати. Да? Точно! Зрада! Так что все это самое. Все свои. Оп, поехали. Нормально, это пробитие пола, пробитие очка. Это сейчас будет рид за ридом, я тебе говорю. На! Ай-я! Бесплатный пол. Сосали Буремка. Ну, да, финал был потный. А МК, я не знаю, я не разбираюсь. МК, как минимум, один чувак брал игры. Да, типа... В МК дропнули Хадукина там куда-то даже. Колясик, все вопросы к ADC там, они вообще... Беспощадные. Блин, так кто король вообще этого стоит? Король или... Король это... Брейкфлор удары. Да. Ну, Йоши по брейк... по брейкфлорам тоже все нормально. Если так... Да, подумать, если... Каждый бросок проламывает. Ой-ой-ой, ну слабчик. Это тигр. Ух, тайга. Да. Тайга. Поспешил, людей насмешил. Ой-ой-ой. Ты смотри, как тоже. Плотно. Нормально. Дождался. Не, тут такой Найс. Фольклор очень хорошо знает матчап. Они одно время. Так же, как и. Ну, они одно время жили вместе, короче. Так что тут, да, тут, скорее всего, будут 4 слова. Live together? Да. В смутные времена, так сказать. Оп. Поваляемся немножко. Хорош. Ай-я! Ой-ой-ой, тут же второго. Сесть можно. Даже я это знаю. Но только не делаю. Не будет, но хп-шка все равно качается. Так, вот тебе дадим, чтобы было четенько. Нормально. Полежали. Хороший дэмэш со стеной. Нормально. Практически пол и пососины отлетают. Отлетело. На изи. Хорош. Еще в контр, за шо? Немножко рейнджа не хватает. Ну, фольклор он такой, он любит понажимать какие-то кнопки. Так... Ой, ничего себе! Sword Sweep Mind Game. Не вынужден. Я не удивлюсь, если он это сделал на реакцию, кстати. Посмотрим. Что будет дальше. Что игра как-то громко, мне кажется. Так, наверное, было. Она в прошлый раз была. Может быть. 1-0. Спасибо, пожалуйста. Один нихуя. Один нихуя. Бездна. Блядь. А, так тоже надо. Да? Какая разница? Оп. Зиро. Красиво. Хакнули. Зиро. Арену решили не менять. Всем зрителям. Так всем нравится брейкфлор. Да, блин, я не знаю, кому он нравится. Хорош. Офигенно, мне нравится. Ты видел, какой был паниш вообще? Нет. Самый настоящий. Он да? Закоммитил там, ну, короче... Потом расскажи. Ага, я посмотрю, я это пересмотрю по дороге назад. Ну, очень мало кто панишит FF3. Оп-оп. FF3 без продолжения да, запанишил? Да-да-да. Да? Да, он развернулся спиной и получил панч-панч в спину. Найс. Хорош, поломанный пол. Вот такого. Нормас. Хорош. Кнопочки. Кнопочки, кнопочки. Кнопочки. Ха-ха, степчик. Ой-ой-ой. Печалька. Мид-хай. Минус. Пошла грязь. Ого, уезжает. Уходит, да, да, просто у него это все. Да. Йоши, конечно, во время вот этого своего командного сайдстепа просто пиздец. Ему там, ну, по-моему, вообще ничего не попадает. У него просто исчезает хитбокс. Да, класс. Оп, оп. Будет проломанный пол. Поломанный чар. Будет поломанный пол. И нормально. Будет дэмэдж. Хорош, розетик. Немножко не хватает. Добил бы! Нормально, не угадывает. Бля, я в конце на Razer Rush и Next Up. Классика.
там какие-то страшные вифы пошли. О, нормально, влез. Влез себе въебал. Кран. Отменен. Пашенный кран. Это ж крейн, да? Да-да-да. Опа, нормально. Аполло уже нельзя сломать. Решил не доставать меч. Ну, бодается, но типа... Бодается, но Хадокин уверенно берет два раунда пока что. Так, а ну-ка давай. Что же Макс, кто у него hidden character? Сейчас скажу. Ты знаешь? Ну, он еще играет на Лео. А, не, он просто меняет цвет. А, он забыл блок поставить. Вот оно что, это как с ручника снять. Так, короче. А, да, что-то мискликнул себе на стадии настройки кнопок. Нормально. Будет повод теперь отмазаться, что я проебал. Я же не те кнопки настроил, да, просто. Ну все. Да, когда не те кнопки настраиваешь, конечно, всегда неприятно. Но это ничья не проблема, к сожалению. Come on! Нормально, чисто пришли такие на батл, короче, подрубили бумбокс, потанцевали, все. Да, на заправочку. Оп. Нормально. Влезает в апперкот. Получает дамаховый керри. Арена достаточно большая, чтобы не было с одной комбы повески на стену, но все равно приятно мало. Ой-ой-ой-ой. Как-то фоль прям... Читается. Поплыл. Да, что-то Хадукин, либо Хадукин прям похорошел после двух побед в турнирах, либо да, это. Да, он сейчас на кураже. Такой, хочу топ-1, хочу топ-1. Да, я хочу все топ-1. О, комба, где? Это было начало 10 хитовки. Да. Ой-ой-ой, мид. Нормальный миксапчик. Не, ну все, он попал. Попал в мясорубку. Не, не попал, нормально. Вылазит. Какие-то ужасные миксапы от Йоши, какие-то новые мувы, как всегда. Вот. Это читал. Все, все зачитал. Даже не стал блочить в конце. Видно, уже было, что сдался. Ой-ой-ой, уходит. Нормально. Хилимся, живем. Сейфовый апперкот. О, прикольно. Дроп? Или тут нельзя? Ну, я не думаю, что там можно было что-то проложить. Не уверен, конечно. Ну, неплохо. Но выглядело эффектно. Нормально. Тигр! Тайгер! Кто выпустил тигра из клетки? Наконец-то дак, хорош! Хороший дак, плохой паниш. Mm-hmm. Но какой есть. Найс. Сейчас будет хороший дамаг. Дед? Больной скрю. Дед? Не, не дед. На, хорош, фольклор. Вообще молодец. Давай. Камбэк на раунд. Фольклор в игре. Ну же кнопку поставил правильно. Да-да-да. Все. О, рейнбоу дроп порван. Тик джеб, паниш, nice. Красиво. Стенка. Что же будет делать Йоша? Йоша будет сжать дебаггер. Это, дебаггер, ну, типа, воздушный, да, дебаггер. Да, да. Дебаггер на землю. Хорош! И снова дак. Да. Просто боженька. 2-2. Лаборатория делает свое дело. Выезжает, нормально. О, не пускает его, отлично. На этот раз отреагировал на скриптик. Тигр, что будет делать? Ничего. Нормально, nice. Дакает. Хорош. Скрю. Дроп за комбо, конечно. Макс, соберись, ты сможешь. Бля, опять не блочит. И хавает мир. 3-0. 3-0. Так, а кто что там? Лузера Венерал? А, какие Лузера Венерал? Это еще семифинал. Да. Улетел отдыхать, выбывает из турнира фольклор, и у нас остается гранд-финал Борисоник. Хадокин? Да? Ты Кирин отлетел? Да, получается. Такие дела. Борисоник, Хадокин. Не, еще за третье же место, или будет, или не будет. Ты Кирин с проигравшим этой парой разве не будет играть? Я так понимаю, что нет, ну типа... Я плохо помню эту сетку. Если честно, я тоже. Но... Как я понимаю, сейчас чисто гранд-финал. По-моему, будет. Да, по-моему, еще нам, будет играть. Нам нужно окно в сторонний мир. А, о, не, да, все правильно ты говоришь. Ты Кирин садится. Сейчас... Так, тем временем игроки готовятся. Хадукин играет на паде, кстати.
Так да. Но он недавно выкупил себе стик там по дешевке. Вот, да, и он в СК играл, да, на стике. И он, ну, в СК перешел на стик, в Mortal и Tekken решил не играть на стике. Хотя в Tekken он, кстати, нормально тоже на стике шпилит. Типа, уже мог бы и на стике играть, если бы хотел. Но, видимо, все-таки увереннее чувствует себя на пале. Что-то интересно происходит? Легендарные Tekken-ские заморозочки. Все интересно происходит. Все вкусно. Ребята в хорошем настроении. Всем в добром расположении духа. Да. Стрим не упал ни разу. Ты ж хром отключил. Как хром отключили, так сразу стало хорошо. Вот эти гляди в голову. Что бы вы без меня делали вообще? Тобой совет. Ничего. Так, поехали. О, китаец! Китаец! Наконец-то! Наконец-то мы увидели коронавирус. А знаешь, почему китайцы? Потому что... Димас, он Леяш уже выиграл его в сеточке. А, да, было дело. Причем в одни ворота, и сейчас о китайце он знает плохо, поэтому... Ну, там особо Хадукина стратежечка пошла. Ну, нечего, но тем не менее практики, что у него нету вообще никакой. У Хадукина очень классный китаец, но он давно на нем не играл. Так что посмотрим, что будет. Будет паниш. Будет паниш. Минус ебасосина. А, немножко задропал. Отлично, насыпал. Довольно уверенно забирает раунд, хотя хпшка была примерно равна. Ай. Попытка DF2, команда ролл. Отлично, сжирает второй. Получает не так уж и много, кстати, дэмэджа, но стенка. Стенка и стенка. Еще одна стенка, пошли на ксапы. Самый, как там, по версии Текирина, плохой лол. В игре. Да. Нейтрал. На экране мы видим нейтрал. И колено в пузо. Отлично. Мне нравится очень колено в пузо у Клаудио. Уф. Эффектно. С разбега. Эффектно. Эффектно. Хорош. Уронил. Команда Роу. Гарантия. Разменялись, пацаны. Спасибо, немножко, пожалуйста. Немножко. Паниш. Пам-пам-пам. На двоечку рвется, хоми. Да. Вот тут сел. Отлично, он сел. Он сел впервые, мобой. О, хорошая комба сейчас будет. Ничего себе. А что с КП? Найс. Где ХП потерял? Что случилось? Где, по дороге получается? На рынке спиздили эти валетки. О, нормально. Вифпаниш. Не знаю, почему он взял китайца. Потому что он отлично вифпанишит. 3 плюс 4, как бы, ну, это очень все изично. Нормально, не рвет бросок опять. Можно пощады? Клац, скрю. Много дэмэджа. Дэф один. Так, давай. Десятихитовочка. Хорош. Предиктабо. Пам. Скрю. Хай, хай, хай. Что не говори, о комбо китайца эффектно. Мне нравится очень этот финишер ВСДСС. 3-4, была стена, побоялся продолжать. Сядь! Схавал! Ёлки-палки, что происходит? Это комба, это мертвый Текирин, скорее всего. Да. 1-0. Но кусался. Увы. Да. Сейчас должен переосмыслить. Я бы на его месте посидел, подумал. Но он вообще не любит такое делать обычно, да? Броски не рвет в принципе. Не, рвет как бы когда. О, инфинит. А, Текирин берет инфинит абажур. Абажур? Угу. Неплохо. Димас и думать. Doesn't work. Да? Не, все у него есть. Коля, не души. Сейчас. Будем надеяться, что он что-то подумает. Делает китайский звук. Нентели тут пачили. Нормально, нету паниш. Минус 12 паниш, спасибо, пожалуйста. Хорош, встает, но нету продолжения. Опять сесть можно. 3 плюс 4. А, 3 плюс 4 против хоп-кика работает отлично. А что такое, почему бы и нет? Да. О, хау апперкот. Драгон тейл. Ой-ой-ой-ой-ой, вайл раннер 3. Хорош, красивый скрю. Блин, я не уверен, что он знал, что произойдет именно это, но получилось неплохо. Хорош! Вот, опять жмет. И это будет много дамага от палки, заряженную ручку.
Вообще да, для контрхит комбо было не так уж и много. Хорош, присел. Вот тут вот, эх, жаль, что не заблочил. Так, тейл. О, в лес. Да, тут вторые два удара. Второй, третий это НК. Не знает. К сожалению, Димас не знает. Димас знает хорошо своего персонажа. Вот это факт. О, это паниш. А это... Колево. Хороший. Третье колено. А где четвертое? Сейчас будет. Не жмет. Хорош. Не, вообще-то это было несколько раз подряд. Он не просто так. Давай. Оп, брейк. Есть брейк. Хадокин на ITB. Да, Хадокин просто делает бросок. Много дэмэжа срежал. Дроп за DSS. Ой-ой-ой, дебагер. Отлично, присел, но нету паниша. Но все равно берет эту катку. 2-0. Простите, не катку, а всего лишь. Пощады. Катка пока еще все еще в воздухе. Такирин легко может закомбакать. Вообще на изи. Да. Сейчас ему надо только это. Сейчас мы посмотрим на него, он вообще как он себя там чувствует. Не интересы пачери. Происходит нитро. Опа, передувает арморчик. Ах, где хопкек? Вот где опять хопкек, когда он... Да за шо? Два хопкека противника. Блин, это просто жесть. Я опять схавал бросок. Слышу болельщиков. Ой-ой-ой-ой-ой, Dragon Tail либо сосен. За шо? Выглядело довольно больно. Ой-ой-ой, поехали. Ну это все уже, пошел по мув-листу. Поплыл, думаешь? Но Хадокин пошел гулять по мув-листу уже. Находит всякие старые свои какие-то приколы. О, и хавай хороший хопкек. Отлично. Надежды. Кабаня задропнута. Ой, хорош, вот это виф. Вифнул команда, да. А потом будет говорить, что я не вифал. Все задокументировано. Рукописи не горят. Ать-ать. Десятихитовка. Ну, он любит заканчивать десятихитовкой. Ну, слушай, третье место, это уже неплохо. Очень круто. Это хоть что-то. Ну, сейчас отлетает постепенно. Пытается не отлететь. Ну, что-то заберет уже однозначно. Ой-ой-ой-ой-ой. Честно говоря, я смотрю на игру Бориски, что-то я сомневаюсь. Он просто... Да-да-да. Как-то он просто такой какой-то супер агрессивный. Нет, он тут не нажмет. Угу. Нормально. Бай-бай, мабой. Хоуми. Жаль-жаль-жаль. Да. Такие пироги. Шо, плавно перемещаемся. Ну что ж, Grand Final. Grand Finals. Grand Final у нас. Харьков Central Beatdown. Powered by Pneuma VR. Особняк. Очень хорошее место. Очень приятные хосты. Вкусный кальян. Рабочий VR. Кстати, у них сетапы компьютерные. И компьютеры там такие нормальные стоят. Довольно жирные. Вообще классный. Мне очень понравился компьютер, который вообще стоит. Да. Макс, за шо? Сори. Груз бетон. Так, это у нас будет Grand... К сожалению, один из этих мощных компьютеров решил перезагрузиться пару раз из-за Google Chrome, но... Потому что Google Chrome слишком много оперативки кумкает. Так. На их лицах улыбки, но в их разумах ножи. Они готовы, да. Ножи заточены, достал нож, режь. Все, серьезные лица, выбираются костюмы уже. Уф. О, Борис флексит Нигана, но это был фейк. Борис будет играть Факумрам. На Факумрам. Не будет против него. А на тебе такого, контрпик. Хадоки неплохо знает сам Факурама. Да? Но он же сам за него играл, играл за как только вышел. Ну, да, он за всех DLC-чаров пробовал играть, и Факурама ему нравился. Ну, он любит таких, блядь, горилл конченых, которые... Не посмотришь. За шо? Да не, ну нормальный чувак.
хорошо. Да. Имеет вкус к персонажам. Хороший. Надувной таец. Русский китаец. Все на месте. Помолился. Я тесу наибло. И погнал. И я пошел. Ой-ой-ой, нормально, это панишь, красиво. Хорош, не угадывает. Получает комбу, отлетает к стенке. Волкомба, минус ебало. Это было очень больно. Ой-ой-ой, сжирает рейджард. Ай-яй-яй, вот это плюс тех, кто играет только в Tekken, перед тем, кто играет во все. С другой стороны, похожая механика уже во всех играх введена, да? Но... Еще один D4. Ой-ой-ой, хорош. Все, минус. Все, да. Но все-таки тайминг у рейджартов, фотоблоу... Вангую, следующая арена, инфинит. Достаточно. Я не думаю, кстати. Сашок любит арены со стенами. Он же играет за китайцев. Всяк моя буду. Паниш, хорош. На месте. Паниш на месте хотя бы. Да. Ой-ой-ой. Могло быть что-то сильнее. Но в итоге получил боль. Отлично. О, прорван бросок. Просто миллионы кнопок. О! Трей! Паниш! Хорош! Рыжард! Да ну давай! Фух! Хорошая комба! Давай! Фух! Бля. Задушил! Он был не мертвый еще! Прикинь, он упал еще живой! Он мог это проиграть. Просто он его просто пощадил. Вот так вот. Просто 3 плюс 4. Потно. Нормально, больно. Он не будет менять на бесконечно. Хорош! Потому, посмотри, нравится? На демедж у стены. Это просто две комбы, это, блин, минус хай. Фак, я мам уже загорелся. О, миксапы. Сейчас будет больно уже в другую сторону. Спасен стенкой. Нормально, мог бы что-то сделать. Ничего, нормально. Сейчас будет еще одна такая же. В игре. Давай, паниш, хорош! Хорош. Слушай, мне нравится этот парень. Определенно. Да. Сейчас. Ой-ой-ой, хороший сайдстеп лаунчер. Чат. Вангую, Лаки Клои сегодня мы увидим. Вполне возможно. Я тебе говорю. Списывать Fuck You Mama. Я тебе говорю. Оп, нормально. Вот это был паниш? Это, кстати, был паниш, скорее всего. Да, я никогда не видел, чтобы паниш или B1. Вообще, это просто, там анимация такая кончена. Да типа он видный, просто как-то он не выглядит, как будто его можно запанишить. Минус. О, мертвый. Мертвый, да. Да. Ай-яй-яй. B1. Минус. Ебало. Да. А, ну пошло. Потом миксап, да. Потом миксап. Ой-ой-ой. Что-то подпрыгнул, непонятно с чем, я не понял, что это было. Отправляется на помоечку. Да. 1-0. Хадокин Борис Соник. В пользу Борис Соника. Я тебе су. На иблю. Ты и все. Где там наш счетик? Ич. Не, не там. Ич. Наоборот, там один. А, да. Сорямба. Обделил Бориса. Борис сегодня играет, конечно, как демон. Вообще. Говорить. Супер, супер агрессивный пацан. У него все Tekken God Prime, все персонажи. А это, между прочим, тех, это вам гранты. Не просто так, да? Да. Это как бы, ну, serious business. Опа, стеночка. А, немножко далеко. Нормально. Делает бросочек инстед. Option select. Минус 60, спасибо, пожалуйста. Нога добила. Погубила. Нормально, не рвет бросок. Оп, 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 оп. Но, по-моему, это минус. Это комбо стены, это минус. Минус одна плашечка. Ой, поехали. Опасный чар очень в нулевом рейнже, просто пиздец. У него куча вот этих серий с руками, которые похожи, но бьют во все разные места. Dragon Tail. Летает в стенке. Ой, вот такого! Нормально! Паниш бросочка! Нет, без продолжения. Нет, это да, это. О, нормально. Это специально. Стенка! Минус! Мертвый! Хорош! Шикарно. Насколько я знаю, по-моему, там не было продолжения. Не, ну там я думал, он сделает продолжение. А, там можно. Там, где он типа падает. Понял. Опять. Ой-ой-ой. Супер агрессивно. И отвечает Хайдуки, но это мне нравится. Ой-ой-ой. Не порвал. Порван. Волсплат бросок, так не только ж у него, все правильно Виталька говорит, да, так много да. У кого, у электриков такие броски. Ну, мы понежили бросок, это он как бы, он был сломан. Ну, типа, хорошо, хоть он рвется, типа, нормально. Да, да, да.
Он раньше рвался, если не ошибаюсь, как так или Мордука один в один по каду. Да. То есть это, ну, ну да, честно. Ну короче, было чуть-чуть нечестно, да, да. Согласен. Это за была духота. Ай-яй-яй, но дроп комбы превращается в резет. А, дроп комбы, резет. Плюс на... Хорош! Вот так вот в плюсе, смотри. И нормально, и работает. Собаки. У тебя минус на блоке, жмешь перри. Ой-ой-ой, вот это прожал, красиво, Бориска. Уровень ТГП. Просто нажимает. 1-1, мобой. Попахивает. Попахивает интересной игрой. Я жду. О, мы переносимся на Я жду Лаки Клой. Но есть все шансы ее увидеть. Майндфак или Зафины, как минимум. Да. Борис не знает, но... Бабосики, мобой. У нас тут за кадром считаются призывы, ждут своих этих. Если слышно звук денег, так что приезжайте в следующий раз на турнир, потому что только звук, послушать звук денег. Жаль, тут камеры нет, но на самом деле не жаль, тут каморка, конечно, страшная. Нельзя, нельзя. Нет, если что-то сзади по это... Ой, собаки опять, ёлки-палки, Харри отлетает. Пробитие стены, отлично. Подожди, как там на этом, на скиллкате? Неблокируемая серия. Нет. Нижний регистр. Нижний регистр. Пока что тут все только в среднюю. Это был перфект. Fuck you, мама. О, куда-то лезет. Нормально. Ой, хорош, собаки. Зафлотил. Не рвет, хорош. Борис катастрофически не рвет от бросок. Отказывается. Отказывается. О, хороший сайдстеп, ай, хорош. Это школа Soul Calibur. Просто умнички, салтовская ПГ, души. А вот это было предиктабл. Тут Бориска молодец, ничего не скажешь. Ему дешевку такую не надо совать. Если стенка, то минус, так дамага не очень большая. Живой, спасибо, что живой. А, он присел, а Бориска молодец, замиксапил мид. Красавчик, красавчик. Ой-ой-ой, не туда улетает. Не в ту сторону воюешь. Продолжает. Нормально, ты где? Ой, как много. Минус 48 или 49. О, рвет. Но спасен стеной. О, влезает. Неплохо, D2-3, наконец-то я видел. Только хотел сказать, что-то не было сегодня. Да-да-да. Пинает. Ваниш! Что ты делаешь? Нормально, нормально. Давай, дожимай. На! Получается. Очень обидно, когда потно из-за дропов произошедших потно. Еще было в нем нравится, очень нравится. Причем он же там ничего не задропал, он просто ничего не сделал. Да, да. Жалко. Ну пацаны на нервах, да. Деньжище он считает, Макс, там просто фух. Молодец. Да, где играет? Гейм? Да, играет. Хай играет. Только ты не нажал на эту либоду. Ой, что ты сделал? Нормально. Поехали. Как вот эту сделаешь, чтобы на фуллскрин было вообще целое? Вот я ж хочу. Ctrl-S. Ctrl-S, да. Хорош. Итак, у нас 2-1. 2-1. Фанкумрам пока что идет. О, ест Олимпиада. Олимпиада съедена. У меня все равно нету его, за что? У меня есть. Да, ну ладно, да. Тогда... Вроде живой. Тупой твич на телефон, я согласен. Пес снял. Драгонтейл. Ой-ой-ой, нитро. Хорош. Неплохо. Хорош. Для него это нетипично обычно. Ой-ой-ой, коленка. Опасно, страшно. Плюс 9, плюс 6, и я пошел. И он пошел. Да. В краину дэмэджа. Стенка, опасно. Ой-ой-ой. Ну это, блин. Опа! На! Хитбокс. Контрхит. Не рвешь? Получай. Уверенный дамаг, не порванный бросок. Ой-ой-ой. Опять. Не дилейт. Хаттокен не дилейт. Эх. Да-да-да. FFF3 в лицо. Окей. Стеночка будет? Нет, не будет. Не, она уже сломана. Сломано пока что только лицо. Сломано это только пока что только персонаж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 2-1. Нервет регуляр.
Ой-ой-ой, собаки туда нельзя. Классика, это просто классика, Борис. Mm-hmm. Не, ну блин, молодец. Ай-яй-яй, минус 13. А, минус 13? Да, да, да. Это не ланч, панч. Все, минус. ГГ. Нормально. Да, ГГ. ГГ, Привет. Бориска, чемпион. Тупо чемпион. Поздравляем, Борис. Ура! Борис, молодец. Заслуженная победа. Заслуженная победа. От Хадокина заслуженное второе место, так сказать. Красавчик. Чуть-чуть не дотянул до первого. Да. Ребята, мы идем считать призовые. Сейчас самое интересное. Раздача да, да, да. слонов. Да. Как камеру навесить? Там есть специальный. Awards. А, вот. О, вот вам и awards. Это поза соленого второго пацана. Руки в боки, все, погнали. И что? И что? У тебя персонаж поломан. У тебя персонаж сломан. Соленый сам типа хорошо на фокусе играет. Да потому что персонаж очень особенный, реально. Против лома приема, так сказать. Мне кажется, что он такой, это такой перс, с которым надо наиграть. Анимацию просто наиграть. И тогда можно душить. Ох, баблища, у вас пацаны. Иди поделись с ребятами. Хадукин здесь, сейчас поделится своими мыслями. Что скажешь? Факем, а там только одно ухо работает, если что. Хочу сказать, что не играйте в Tekken, ребят. То что вот сейчас вот началось, я не понял. Ну кто значит не играйте? Как? Да ладно. Ты что? Ты же не маг. Саня, а медаль кто будет получать? А, сейчас, секунду. Я говорю то, что да, это было интересно, но... Факумрам, конечно. Как думаешь, у меня есть предположение, что против Факумрама надо много часов наиграть, чтобы анимацию Саня, типа, сейчас что-то ловить, скажешь, чтобы вот эти вот его анблока был под стенкой, чтобы типа реагировать, типа крашить сразу. Мне кажется, только анимация, что так смотришь, тупо встанка, это магия. Понимаешь, там просто в чем прикол. Даже несмотря на то, что у него есть эти станы, да, которые unblockable, у него есть куча другого, и ты ожидаешь это постоянно. И на анимацию реагировать можно, но тяжко. Ну, перс новый, блин, я не знаю, что так это, блин. Все его это так прям хейтят. Серьезно, я на нем играл, но я вот играл на нем, при том, что я его 4 дня поиграл на нем. Я получил Эмперора вроде бы, да, за 3 дня. Да, супер. То есть, я не говорю, что игра плохая, просто я считаю, что его нужно все-таки нервничать. Как? Фреймдату. Мне кажется, назад DF4 нужно понерфить. Вот этот его плюс 6, который, ну блин, извини меня, там на реакцию и мангус не среагирует, как говорится. Ну, плюс 6 это много, ладно, плюс 1 какой-то. Но мало того, Саня, что. Медаль, плиз. Да, иду. В общем, спасибо, да, что смотрели. Такие вот дела, ребятушки. Да, да, да. Звук на камере. Так, вот она, троечка чемпионов. Коля, это наш секретный план. Подожди, не это самое, не пали. Мы кое-что там придумали на эту тему. Так, а вот наши чемпионы. Бориска. Самую сложную задачу на том вообще. Нет, Крин! Кипаш! Хорош! Да, Коля, там все в тапках, там все в носках, тут без обуви, если что. Ура! Бориска! Школьник из Одессы затащил! Молодец! Выиграл все гроши и поехал додому. Это хлопец. Не, ну два зрителя на стриме, это четко, в натуре класс.